Всем привет! Сегодня я буду ремонтировать Subaru Forester. Итак, машина во дворе мастерской. Мастерская занята, и я решил немного разобрать поврежденный перец, чтобы владелец знал, какие детали ему надо приобрести. Итак, перед разобрал, указания для приобретения деталей владельцу дал. Теперь машина будет ждать своей очереди. Ну что, машина уже в мастерской. За время ожидания владелец приобрел почти все детали. Во всяком случае, работу по ремонту с этими деталями я могу начинать. Итак, давайте начнем. Продолжаю разборку. Перед разобран, теперь измерю расстояние между лонжеронами. Хотя с виду они ровные. Измерять буду просто. Попробую установить новую балку бампера. Установил усилитель бампера. Крепления болтов не подходят. Сделал дополнительные измерения. Правый лонжерон имеет деформацию. Для устранения этого повреждения соорудил вот такую конструкцию. Лонжерон имеет форму дуги. Значит, буду делать так. Вместе крепления усилителя бампер буду тянуть, вместе изгиба буду толкать. Ну что, начнем. Делаю контрольную примерку. Еще немного надо потянуть. Теперь отлично, но надо немного перетянуть, чтобы лонжерон встал в размер.
Теперь все good. Настало время замены поврежденных элементов. Менять буду только левую сторону телевизора. Поврежденный элемент удаляю. Такой же кусок беру с новой детали и привариваю его на место. Размеры в норме, могу приваривать. Сварочные работы закончены, теперь покрашу замененную деталь и установлю капот, крылья, радиаторы.
Итак, работа с кузовом закончена, зазоры все в норме. Машина выезжает на покраску. Через неделю машина вернулась с покраски. Устанавливаю детали переда. Ремонт этой машины закончен. На этот ремонт ушло 35 часов. И плюс неделя в покрасочной мастерской. А на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь, чтобы увидеть новые видео. Пока!